Я деві сарвабхутешу матрірупена санстхита. Я деві сарвабхутешу шактірупена санстхита. Я деві сарвабхутешу шантірупена санстхита. Намастасьяй, 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 намо намаха. Ом намо намаха. Шринирамбикаяй. Ом намо Бхагавате Шри Аравиндая. Ом намо намаха Шримирамбикаяй. Шри Аравинда Шаранам нама. Доброе утро всем. А, доброе утро. Вот я там сместил график на полчаса сегодня, Да. потому что мне не получалось по-другому. Там была встреча, которую нужно было провести. Да. И я думал, что все поняли, но, наверное, никто не понял по времени, так как никто не Конечно, понимает. поняли. Поняли? Хорошо. Спасибо. Да, думаю, да. Окей, спасибо. Потому что, когда посмотреть на время на приглашение, там сразу понятно, когда мы встречаемся. Окей, ну вот мы с вами остановились, это стих мы заканчиваем сегодня, где-то уже поближе к концу. Стихи четвертые прошли уже, наверное, да. Вот пятый. Ачидра Шарма, Джаритах Пуруми, Девана Чади Дияна Сумедах, Радхуна Саснир, Абхивакшиваджан, Агне Туван, Родаси, Нах Сумеке. О огонь поклонения. Fire of worship. К домам блаженства многим и плод настоящим, к богам сияющим, мудрым в понимании, привези, словно победная колесница, изобилие. О огонь, сделай землю и небо прочно утвердившимися ради нас. О Агни, о огонь поклонения, это Агни во второй строчке. К домам блаженства многим и плод настоящим. Ачидра Пуруни Шарма. Чарита Девана Чади Диана. Давайте еще Елизаветку прочитаем. Тут, надежны твои защиты. Ачидра Шарма. О певец Джаритах. Многочисленный Пуруни. Ачади Девана Чади Диана Сумедха. Сверкающий, очень мудрый к богам движется Агни. Движется добавлено, потому что здесь вот, если переводить по словам, то очень все как-то не очень понятно. Как колесница, захватывающая добычу, Радхуна Сасних,
вези нас к награде, вакши ваджан, абхивакши ваджан, или принеси к нам награду, или вези нас к награде. Агнету вам, родасинах, сумейке, о агни, привези нам обе прочно установленные половины Вселенной. Родаси — это половина Вселенной или необъятная? Ну, давайте по словам тогда разберем, и так станет, может, яснее. Ачидра, то есть Ачидра Пуруни Шарма. Джаритах. Джаритах – о певец, тот, который воспевает. О певец «привези», здесь, когда говорится «привези», вот оно во второй строчке, «абхи вакши», да, «привези нам» или «дай нам», «принеси нам», «ачидра», Шарма Джарипуруни, то есть многие защиты, в которых нету пробела или в которых нету так пробоины, беспробойную, так сказать, защиту, о певец, многие свои защиты, да, привези нам. Шри Аурбиндо переводит это как towards homes of bliss. Для него Шарман — это всегда не только защита от корня Шри, Шар, Шаранам отсюда, а также еще имеет значение вот этого Ананды. Он все время будет переводить эту защиту с, вместе с блаженством. То есть это своего рода покой, защита, которая дает нам ощущение блаженства Шарма. Причем Шри Аурбиндо постоянно это делает во всех своих переводах. Да? То есть эти защиты, которые дают нам ощущение блаженства, многие свои такие дома, как он будет переводить здесь, towards homes of bliss. То есть дом, как правило, воспринимается как защита. Да? Это стены, это какое-то отдельное существование, в котором мы можем расслабиться, в котором мы можем найти себя без этого постоянного, так сказать, внимание к своей защите. Да? То есть нас стены защищают уже. То есть и в этом смысле он переводит как дома. Да? Towards homes of bliss, many and without a gap, achidra, без плотно стоящими. Вот как он переводит переводчик, without a gap, а дословно это где нету пробоин, где нету утечек, где через вот эти вот пробоины и утечки не может проникнуть никакая враждебная сила. То есть к домам, исполненным, так сказать, благостного состояния, у певец многим, или к местам, где мы можем найти себя в покое и блаженстве, у которых нету пробоин, у которых нету несовершенства пропустить враждебные силы. Да? То есть они плотно стоящими домами. Да? То есть к совершенно защищенным состоянием сознания, исполненным блаженства, о певец, да? И принеси или приведи нас. Приведи нас прямо к богам. Девана, Ча. А Ча – это прямо. Дидианах, Сумедах. Он сияющий и исполненный совершенной мудрости.
или совершенного сознания, или как это, понимания. Shining out wise in understanding. Так переводится. Сияющий и мудрый в понимании, веди нас прямо к богам, к многим состояниям, в которых мы обретем блаженство и мир, которые не смогут проникнуть никакие враждебные силы. Тоже вот эта вот идея создания себе защиты такой, в которой обладаем, которой мы можем обладать блаженством и покоем, это, собственно, формация, которая должна случиться в нашей йогической практике. Бывают такие моменты или такие периоды в нашей жизни, когда эта формация создается, и она очень мощная. Пробить ее практически невозможно этим враждебным силам. Она непробиваема для них. И для того, чтобы, так сказать, нас снова оттуда выудить, да, и поставить, так сказать, опасную позицию отношений с миром, для этого нужно, чтобы мы сделали какое-то неверное движение изнутри. То есть мы сами должны будем создать эти пробоины в нашей защите. Те, кто из нас уже это имели, этот опыт, они прекрасно понимают, о чем идет речь. То есть есть созидание вот этого стены вокруг нас. Или какого-то определенного состояния внутри, которое наполнено блаженством и покоем, непробиваемое для враждебных сил. Вот это она, дома, которые он переводит здесь, homes. То есть к состояниям вот этой непробиваемости, исполненной блаженства и покоя. Веди нас, о Агни. И к богам тоже, сияющие и исполненные мудрого понимания. Как колесница Радхона со снег, которая все завоевывает. Как колесница все завоевывает, веди нас к этому plenitude, изобилию. Неси нас, о Агни, к этому изобилию, исполненной мудрости, сияющей прямо к богам, к состояниям покоя и блаженства, о певец, к двум основаниям мира, небу и земле, которые прочно удерживаются в нас. То есть вот эти небо и земля, наше ментальное и физическое сознание, это два основания, на которых строится вот это вот жертвоприношение, трансформация мира. Наше ментальное и физическое состояние должны быть сильными, прочными, хорошо утвержденными в нас. Ну вот, возьмем следующий. Прапипая врышабхаджин ваваджан агне тувам рода синах судоге девебхир дева соруча руджанах мано мартасья дурматих париштхат. Убык стад врышабха,
питай нас, пипая нах. Приблизься к нам с изобилием, джинва, ваджан, нах. Сделай небо и землю добрыми, дойными коровами для нас, рода синах судоги. Судоги великолепно или совершенно даящимися. То есть даящимися и вскармливающими рост нашего сознания, поддерживающие нас в нашем движении. Девебхих дева, суруча руджанах, о год, о Бог, приди с богами, сверкающими великолепие твоего блеска. Не дай злому уму смертного окружить и осадить нас. Мано мартасья дурматих париштат. О bull of the herds, nourish us. Move towards us with plenitudes. Make heaven and earth good milk cows for us, O fire. O God, come with the gods, glowing in the beauty of thy splendor. Let not the evil mind of mortal besiege us. Да, тут вот переводчик перевел суруча, ручанах, как следуя вот Шри Рубинду, о God, come with the gods, glowing in the beauty of thy splendor. Он переводит это как часть gods, относящуюся к богам. Это относится к агни. И здесь трудно понять из английского. Тут только видно в санскрите, что это не так. Да? О Бог, приди с богами, сверкающий, а не сверкающими. Это к Богу относится, сверкающий великолепием своего блеска. Окей. Ну вот теперь посмотрим, что Елизаренкова говорит. О бык, сделай набухшими награды. Это пипая, то есть сделай набухшими или как бы питай, или сделай нас исполненными вот этого вот жира, да, роста, мощи. То есть вскорми нас, о бык, да, дословно, питай нас, от корня пьяй, питать тоже, интересно, питание, отсюда питво тоже, пить, да, вот это все эти слова, связанные с этой же идеей, пипая, дай нас, так сказать, нам питание, о врышабха. О бык, джинва ваджан, так сказать, приблизься с изобилием, а дословно, как Елизаренко переведет, вызови к жизни. Да? О бык, сделай набухшими награды, так она переводит, пипая ваджан, то есть увеличь изобилие, так сказать, изобилия. Увеличь, сделай набухшими изобилия и вызови к жизни, да, эти изобилия, о бык. Ну, можно упростить, чтобы, ну, этот образ очень такой насыщенный. О бык, стад, питай нас и приблизься к нам с изобилием.
О, бык, сделай набухшими награды, вызови их к жизни. О, огни, сделай ты для нас. Обе половины вселенной хорошо доящимися. Приди с богами, о Бог, блестя чудным блеском. Да не окружит нас злая мысль смертного. Дурматих, дурная мысль. Париштхат, ма париштхат, да не окружит нас дурная мысль. Мартасья, смертного. Интересно, кто такой смертный здесь, в этом стихе, да? Откуда вдруг появился какой-то смертный, причем в единственном числе? Имеется в виду смертного, того смертного, который у нас, собственно, мы тоже воплощаем в себе. Да не овладеет нашим сознанием вот эта часть нашего смертного сознания. Да не окружит она нас. Не заключить нас в какую-то темницу своих нужд и своих там каких-то забот, смертных забот. Мы должны остаться открытыми к бессмертным мыслям. Ну вот давайте еще раз. Прапипая Вришабха, Господь Вришабха, питай нас, поддерживай нас своей силой для продвижения вперед. Для продвижения вперед поддерживай нас своей силой, о Господь. Приведи или принеси к нам, или активизируй для нас свои изобилия. Активизируй для нас свои изобилия, о огонь. И небо и землю, ментальное, физическое сознание сделай для нас хорошо доящимися коровами. То есть это эти хорошо доящиеся коровы и будут питать нас. Да? Это они. То есть питай нас, о Господь, сделай небо и землю, то есть ментальное и физическое сознание или существо, хорошо поддерживающими нас здесь, в этом движении. Представляете, наше физическое и ментальное существо – это не мы. Это то, что нас поддерживает здесь, в нашем движении. То есть наше тело и наш ум – это две поддержки. И Агни должен сделать их хорошо доящимися для нас, чтобы мы могли возрастать в них и через них, как души. Приведи, принеси или активизируй для нас свои изобилия. О Бог с богами, прекрасно сияющий своим прекрасным сиянием, приди. И да не окружит нас дурная или в сторону далеко уводящая мысль смертного. Дур – это дурной, и интересно, что дура – это тоже далеко, даль. Даль – та же самая этимология, и дур – дурной. То есть то, что уводит тебя в сторону далеко от истины. Ну, то есть где-то так можно это соединить, два слова, хотя их никто не соединяет, но я соединяю здесь. То есть уводящую в другую, к другой цели мысль. То есть мысль может увести к иной цели, куда-то в сторону, прочь.
от нашего основного пути. Вот это и дурма тих, дурная мысль. Да. Ну вот возьмем следующий стих. Это последний в этом гимне. Илам агне пурудансам саним гох шашваттамам авамана садха сьяннах сунух танайо виджава агне сате суматир бхуту асме. А вот здесь уже суматих. Суматих, которая не смертного, а бессмертного огня. Окей. О огонь, при моем призывании достигни речи откровения. Илам огни пурудансам саним гох, многодейственного, долговечного завоевания света. Да будет у нас Сын, произведенный нами на свет, всепроникающий в своем рождении. О, огонь, да будет сотворено в нас это истинное мышление Твое. А мы с вами не читали разве это уже? У меня такое впечатление, что мы уже это читали. Это я второй раз читаю, что ли, тот же гимн, да? Окей. O fire, achieve at my call the revealing speech, the many actions, the lasting conquest of the light. May there be for us a son of our begetting, pervading in his birth. O fire, may there be created in us that true thinking of thine. Снова здесь переводчик. Из-за того, что английский можно интерпретировать по-разному, перевел немного по-другому. О огонь, при моем призывании достигни речи откровения многодейственного, долговечного завоевания света. А вот это Фурудансан, это она, многодейственная речь, многодейственную, да, та, которая завоевывает свет. Шашваттамам аваманая садха. Достигни, да, достигни садха, дословно приведи к цели. О Агни, Агни, приведи к речи откровения, к Иле. Ила – это одна из тех супраментальных сил или одна из тех трех великих рек. Ила, Сарасвати и Маги или Бхарати, о которых мы уже говорили раньше. Это три силы откровения, то есть откровение, которая связана с видением, Ила связана с видением, Сарасвати связана с слышанием, слухом, то, что Шри Обинда называет вдохновением. Ила – это откровение, Сарасвати – это вдохновение, а Маги – это величие.
все эти три реки супраментального сознания, три потока энергии супраментального сознания, откровение, вдохновение и величие. То есть приведи, о Агни, нас или к цели, или к откровению, к супраментальному откровению, которое многодейственно, которое долговечно завоевывает свет. То есть извечно, изначально завоевывает или приобретает, или дарит свет, которое извечно, изначально дарит свет, многодейственное откровение истины. Приведи к нему нас, о Агни. Сьяннах Суну, да будет у нас сын Суну, Танаях, Виджава, произведенный нами на свет. Танаях, так сказать, продолжающий наш род, Виджава, интересно, как она переводит. Плоть от плоти переводит он на Танаях, продолжающий род Виджаван, тот, который будет расти в пространстве и во времени, у которого будет продолжение вот этого движения. Да будет у нас сын, да будет у нас продолжение нашего движения во плоти, о Агни. Сате суматер бхуту асме, да будет сотворено в нас истинное мышление Твое. Суматих. Суматих как противостояние дурматих. Дурматих смертного и суматих огня. Сумати тоже можно переводить как супраментальное сознание. По крайней мере, в Ригведе. Ну вот Елизаренкова переводит так. Привези прямо к цели, о Агни, жертвенный напиток. Это она переводит так. Речь откровения или откровение истины, как жертвенный напиток. Многообещающую награду. Это для нее саним, как награда пуруданцам многообещающая. В виде коровы, гох, это для нее свет, корова, кто постоянно призывает богов. Да будет нам сын, продолжающий род, плоть от плоти, о Агни, да будет нам твое благоволение. Так она переводит сумати, как благоволение. Ну, вот такой крещендо, такой заключительный стих. Приведи нас, реализуй для нас вот эту силу откровения супраментальной истины, многодейственную пурудансам, дарящую свет санимго шашваттамам, извечную авамааная, для того, кто призывает вас, для призывателя. Для призывателя даруй, для призывателя реализуй силу откровения истины, многодейственную, извечно дарящую свет. Да будет у нас сын. То есть, если эта первая строчка относится к сознанию, к тому, к реализации супраментального сознания, то вторая строчка уже относится к реализации в теле. Да будет у нас продолжение, плоть от плоти, рождение
о физике, которая продолжается во времени Виджама, о Агни, и да будет твоя совершенная мысль всегда в нас. Снова возврат к первой, к идее первой, первой строчки. То есть это очень важно для Риши, чтобы было два основания, чтобы была реализация в сознании и реализация в теле. Ну хорошо, вот такой стих. Мы можем снова еще один раз про него пройтись. Или если есть какие-то вопросы, или, может быть, какие-то, чем-то хотите поделиться, пожалуйста. Володя, я вот хотела спросить по последнему стиху. Там речь идет о сыне, да будет у нас сын. Mm-hmm. А здесь Риши ведь не отождествляют, так сказать, возникновение вот этого или желание возникновения этого сына как нашего психического существа. Они сразу говорят о трансформации природы, да, тела. Это у них единое, что ли, движение получается, как бы, да? То есть, ты хочешь увидеть, где здесь психическое, да? Да, где здесь? Есть ли оно вообще? Они как-то дают этому оценку какую-то, понимание? Как ты считаешь? Сложно, да, сказать. Наверное, очень сложный вопрос, и, наверное, ответа на него в полной мере не будет такого однозначного, да или нет. Потому что всякая связь с физикой, оказывается, носит психический характер. И наверняка, что здесь именно это имеется в виду. То есть, когда говорится о продолжении в природе нашего, так сказать, движения или трансформационного такого процесса, да, роста божественного сознания в природе, в материи, то имеется в виду как раз вот то движение психическое. Да? И отсюда сын как символ психической реализации, индивидуального верховного, да? И индивидуального Всевышнего. Кто такой сын? Сын Бога. Это и есть психическое существо. Да? У Сына Божественного есть лишь один Сын Бога. Да? Как говорил Иисус, I'm the only Son of God. То есть я единственный Сын Бога. То есть что имеется в виду я единственный Сын Бога? Это психическое, конечно же. То есть... И только через меня вы можете прийти к моему отцу. То есть к божественному можно прийти лишь через психическое. Другого хода к божественному как бы нет. Тоже интересная мысль. И отсюда сын, конечно же, который продолжается, вот это танаях, да, плоть от плоти продолжает свои рождения здесь, в физическом мире, в материальном мире, подразумевает как раз вот эту работу психического. И поэтому и говорится, да будет рожден, да, сын, да будет сын у нас. То есть имеется в виду, что да родится вот то психическое существо в конечном своем эволюционном развитии. Ведь психическому тоже нужно родиться. Оно не просто есть, которому нужно выйти на передний план. Оно, ему нужно произойти, ему нужно стать. Но в процессе эволюции оно оформится и вырастет. И его пока нет, есть лишь психическое присутствие. А чтобы оформилось оно в существо, чтобы родился сын, на это нужно время. Длинное время, с многими перерождениями. И в этих перерождениях это существо, так сказать, растет, пока оно не оформится полностью. Это как в эмбриональной жизни, пока плод не созреет полностью, чтобы родиться, так и психическое существо.
Это та же самая аналогия. Да? Оно должно вырасти в чреве матери. И об этом часто говорится в Ригведе, что мать вынашивает огонь в своем чреве. Мы будем об этом читать в пятой книге в особенности. Она вынашивает, скрывает его от своего отца даже. А потом, когда он уже созрел, она его рождает. И вот он выходит, тот психическое существо может выйти на передний план. Да будет у нас сын. Да? Вот о чем речь. Плоть от плоти во времени. То есть во времени он должен будет приходить сюда, в каждое из этих воплощений, развиваться и порождать себя все больше, принося сюда божественную силу и мощь того супраментального сознания, которое в первой строчке. То есть в этом смысле, конечно, здесь нету такого четкого разделения, что вот психическое здесь, природа здесь, а вот духовное здесь. Это уже какой-то более ментальный подход. Да? Здесь все еще вместе интуитивно связано. Спасибо. А так же, как и сумати, не может появиться, пока вот этот сын не рожден, пока нет реализации психической, видимо. Но это я так раскладываю для себя. Это правильно ты говоришь. Это очень правильно ты раскладываешь, да. Сумати тоже не сможет появиться, пока не будет вот явления рождения сына. Да. Она есть вообще-то, но проявиться она не сможет. Да. В полной мере. То есть супраментальное сознание не сможет проявиться без рождения психического. Правильно? Наверное, это и есть самая главная проблема, почему ведийские риши не смогли, как Шри Обинда говорит, преобразовать природу. Из-за того, что психическое существо было еще не готово в человечестве. Для психизации нашего сознания нужно было время еще. Еще должен был быть долгий процесс роста сознания. Они уже знали, куда они идут, но они еще не могли это реализовать, потому что без рождения сына, собственно, выход супраментального сюда, на этот план физической природы, просто невозможен. Как Шри Обинда сам это описывает в своем опыте. Когда он реализовал высшие уровни Овер-Майнд и увидел Супер-Майнд, он увидел невозможность привнесения его в нашу физическую природу. Между ними была, как он говорит, пропасть. Пропасть между духом и природой. И эту пропасть можно преодолеть только одним существом. Когда приехала мать, он увидел и понял, что она является вот этим золотым мостом. Он так ее и называет «The Golden Bridge». Она перебросит вот этот мост и привнесет все силы, так сказать, духа сюда, в природу. Могут прийти только через психическое. Это он и есть, этот сын. Почему так важна мать для этой работы? Она и есть, собственно, как он говорит, если мать достигнута, то все достигнуто. Потому что и тот, и этот мир она вместе удерживает. Окей, хорошо. Ну вот... А еще, ты знаешь, вот у меня ощущение, что наше индивидуальное, вот это психическое существо, оно не может развиваться, как бы, пока души окружающих нас людей и вообще души человечества в достаточной степени не готовы. Это какой-то такой вселенский процесс, общий процесс. Может быть, я ошибаюсь, ну, может быть, какая-то часть хотя бы. Ну, сама трансформация невозможна, да, физики.
А само рождение психического и работа над его ростом сознания вполне возможно. То есть тут как... Тут... Я имею в виду его рост до супраментального, до, так сказать, для того, чтобы быть готовым принять это. Это как-то общее все. Мы же все связаны, да, мы же едины. Mm-hmm. И мне кажется, все общие такие процессы, общечеловеческие. Ну да, сама супраментализация, как мать, правильно ты говоришь, как мать тоже так же говорит, что была, становится невозможной на уровне физики без того, чтобы все человечество двинулось ближе, так сказать, к этой идее, да, это к этой реализации. То есть если есть сопротивление, то это реализовать будет невозможно. То есть бессмертие не реализуется здесь, в одном теле. Но сама психическая реализация возможна и даже каким-то образом предвидится в окружении вот этого сопротивления. То есть рост психического сознания каким-то образом даже стимулируется вот этим сопротивлением тьмы, да, вокруг нас. Более какие-то, какие-то благостные условия для нашей жизни могли бы быть менее продуктивными для роста внутреннего сознания. Ведь у внутреннего сознания есть свои какие-то силы. Да? И этот дисбаланс, когда тьма сгущается, то, как Шёбендер говорит, тьма сгущается перед самым рассветом. То есть она каким-то образом выживает в нас вот эти внутренние божественные напряжения, которые как-то... То есть тьма каким-то образом стимулирует божественное движение и происходит вот этот вот психический рост сознания более интенсивно. То есть, в принципе, то, что происходит сейчас в мире, может быть, как раз является этим показателем. Вот это сгущение тьмы указывает на то, что и скоро будет рассвет. Ну, здесь нужен такой ведийский взгляд на эти вещи, да, на заря и ночь. Они обе вскармливают рост огня внутри нас. То есть Агни и их ребенок — это две матери, которые вскармливают его. Не только свет, но и тьма работает на него. То есть пока. А потом, когда идет уже сама супраментализация, там уже нужен какой-то новый поворот, какой-то новый ход, о котором говорит мать Шри Рубинда, что сама реализация бессмертия становится невозможной, если человечество не готово. Кто-то еще включился, да? Да, это я, Лида. Здравствуйте. Привет, Лида. Спасибо, Володя. А я все время думаю, господи, зачем попала в Россию? Вот, оказывается, блин. Заметьте, что мы из России, мы уже удерживаемся так долго вместе, учимся. Это удивительно, потому что нету таких групп. Вообще никто там этим заниматься не будет. А у нас есть интерес. Да? Чем больше... Да, жажда света. Жажда света, правильно. Повышенная нужда в свете. Она нужна в свете. Ну вот она и реализуется. То есть все эти события нам помогают каким-то образом. Кстати, то же самое говорят и на Украине, что вот это вот те события, которые там произошли, они стимулировали какой-то совершенно прорыв, нового сознания, которого раньше было невозможно даже помыслить. То есть что-то подобное произойдет и в России. Оно уже происходит, оно набирает свою силу пока. А когда оно прорвется, то
это будет совершенно какой-то мощный прорыв. Все ждут, когда Россия изменится наконец. Она все набирает свои ряды тьму. Да. Ну что, Лида, ты хочешь там сказать что-нибудь? Ну, я что-то, да, вот Люда говорила, что мать всегда приходит с большинством, то есть она, я, кстати, недавно тоже читая какие-то компиляции Шри Аурабинда, обнаружила, что и мать об этом тоже говорила, что нам не пройти, отдельному человеку не пройти вот туда наверх, надо идти только с родом. То есть именно вот родовые энергии, то есть, ну, я просто давно уже наблюдала, что люди, которые за них занимаются вот духовным развитием, ну, как-то уходят в одиночество, ну, теряют связь с родом. Вот, так и сейчас вот я обнаружила, и работая с детками, и сама тоже опыт имею огромный, что надо, конечно, эту энергию объединять, ну, даже с умершими. То есть вот целый пласт такой я обнаружила просто в себе, и здесь я вижу это подтверждение, что ты действительно мать, вот надо обязательно с родственниками как-то не терять связи с родом своим, потому что в одиночку не пройти. Это я вот, ну, мое личное наблюдение. Есть у Шри Аурабинда такая письмо ученику о том, что нужно прервать всю связь со своими близкими, потому что только болото это уводит дальше и дальше. Ну, это вот один аспект. Это в начале. Я тоже так сделала, когда. Да, это в начале, когда родственники все враги, они тебя не понимают. Да, они понимали абсолютно, критиковали, говорили, аспекты и так далее. Ну, а чем ты дальше, тем и дальше родственники. Ну, вот, да, я потом вот родственники становятся, человечество становится родственниками. Вот, наверное, потом, потом уже не имеет значения, да, кто твой родственник, абсолютно. Да. Ну, если единство мы переживаем, мы никого не отбрасываем. Конечно, конечно. Ну, просто при чем здесь род? Да, да. Ну, вот я, вот Володя, как твое мнение? Да, ну я тоже всегда, Шри Аурабинда, он всегда ставил на индивидуальность, да, больше, чем на коллективность. Это просматривается во всех его работах, причем он очень даже жестко отзывался о том, что существует, что люди хотят заниматься коллективной йогой, коллективными медитациями, какими-то групповыми там прорывами вперед. Это все говорит, это все витальные штучки. Но я понимаю, почему он так говорит, если так сказать. За на первом этапе, Володь, на первом этапе. Наверное. Ну, хорошо, хорошо. Да. Если, не, идея того, что на первом этапе нужно свое собственное как бы мнение, свое собственное установка отношений с божественными является лишь индивидуальными, безусловно. Вот здесь происходит интересная вещь. Что Шри Аурабинда сделал? Он ставит все на индивидуальность. Он говорит, что без нее, без реализации настоящей индивидуальности, то есть без рождения сына, все остальное, собственно говоря, бесполезно. То есть то, чего мы хотим добиться, то, зачем мы здесь, не реализовать без рождения настоящей индивидуальности. Как только она рождается, происходит какая-то интересная вещь. Второй этап у него – это духовная трансформация. Это когда вот эта индивидуальность начинает набирать элементы универсального сознания. Да? Она расширяется до пределов Вселенной. Она включает в себя все силы божественные. Все универсальные силы, космические силы. Сама индивидуальность становится космической. Но без того, чтобы она явилась индивидуальностью, то есть она не сможет стать космической. Если нечему становиться космическим, то происходят вот эти вот групповые соединения, да, то есть идет игра в группах, то есть вот здесь одна группа противостоит другой группе, то есть идут витальные формации, витальные эгрегоры, вот они сражаются. Религиозные эгрегоры, там всякие ордена образуются, всякие, ну вот
системы, да, социалистический соцлагерь, там, или капиталистический какой-то лагерь, там, НАТО, еще что, эти лагеря, да, это они, это витальные формации, ментально-витальные формации. Настоящее преобразование, все должно произойти через индивидуальность. И пока она не рождена, а так как индивидуальность может родиться в сопротивлении, в настоящем сопротивлении всех и вся, здесь у нас появляется какая-то новая возможность. Да? То, о чем говоришь ты, о преобразовании всех рода, это уже стадия самая последняя, да? Когда уже появились индивидуальности с космическим сознанием, и вот и они хотят супраментализировать природу, и тогда происходят те невозможности, о которых мы говорим, которые ты упоминаешь, что невозможно изменить что-либо по-настоящему в этом мире, не изменив все. Это действительно так. Спасибо. Но до того момента еще нам есть чем заняться. Ну, вообще, само очищение рода, родовых связей и все это, о чем ты думаешь и часто говоришь, это тоже имеет смысл, как учебный, так сказать, полигон, да? Мы на полигон выходим и смотрим, как вещи работают, учимся у них, понимаем, что работает, что не работает. Часто заблуждаемся, часто все смешиваем, но потом разбираемся в процессе, все становится более понятно, видим, что оно частично работает, а что работает более основательно. То есть все это важно, да, в любом случае. Если удерживать... Ну, лучше учиться у Шри Аурбинда, конечно. Тогда будут правильно расставлены акценты, и мы не будем терять зря много времени. Но мы люди такие, что мы не любим учиться у других, мы любим учиться на своих собственных. Я тоже такой же, зная все изначально, что нужно делать, пошел какими-то там кругами выяснять все, просматривать, так ли это на самом деле. И в конечном итоге вернулся к тому же и сказал, да, это все так, именно абсолютно прав. Но у меня уже есть набор всех своих там, ошибок, испытаний, да, провалов, проколов. То есть с этим набором я уже, так сказать, считаю себя каким-то опытным человеком. Но потерял много сил и много времени. Можно было бы сразу идти его путем, и, может быть, это было бы более верно. Хотя, ну, наверное, в природе что-то таким образом отрабатывалось, да? Природа, мы же ее не можем сразу раз и выбросить или что-то с ней сделать. Она себя проявляет так или иначе. И когда мы кругами ходим, да, мы отрабатываем в ней что-то, сглаживаем, там, осознаем, да. Это же тоже не напрасно все. Конечно, не, ну, безусловно, ты абсолютно права. Это так я себе точно так же и объясняю в конечном итоге. Но и все равно остается вот это... Вот этот вопрос, знаешь, есть такой стих у Такубоку, был такой поэт японский, у него есть стих. «Я верю, что светлое завтра придет, и нет в моих словах ни капельки неправды». И все же, три точки. Так вот это и все же, да, я знаю, да, что я отрабатываю, что да, это все я знаю, и все же, наверное, есть более прямой солнечный путь, путь солнечной тропы, где не нужно вот это ходить кругами, да, где не нужно отрабатывать детали. Конечно, если я уже пошел кругами, значит, я уже что-то там отрабатывал, но, наверное... Да, вот этот вопрос оставить, и все же тоже важно. Не все сразу оправдать, да, все свои. Не, на эту серию у Стругацких они тоже вот этот японский стиль берут,
Тихо-тихо ползи, улитка под склону Фудзи. Как есть. Как есть. Ничего, вот сейчас он, может быть, уже и начинается. Прямой вот этот солнечный путь. Будем надеяться. Да, может быть, может быть. Мы от свое отработали, отсидели в своих лагерях, в своих соцлагерях. Отсидеть в соцлагере? Я такого еще не слышу. Ну, да. Лагерь есть лагерь. Отсидеть в соцлагере, понимаешь? Это прям афоризм. Как случилось. В пионерлагере, в соцлагере. У нас всегда лагеря, блин. Хорошо. Ну, хорошо, друзья, тогда. Тогда мы остановимся сегодня на этом и возьмем в следующий раз новый стих. Володя, я хотел, знаешь, что добавить вот к вопросу урода. Интересное такое, ну, знание есть. Я его проверял в своей жизни. Вот, оккультная, о том, что наша связь с отцом, да, вот, наши отношения с отцом, они влияют как бы на семейную жизнь, на отношения с партнерами там в браке или там еще, а отношения с матерью влияют на успех в работе, в карьере, в зарабатывании, благосостояния, зарплаты. Ну вот, вот такое есть на самом деле. Я, в общем-то, проверял, потому что я много лет, в общем-то, был как отрезанный домой такое, в общем-то, не поддерживал отношения с родителями. Ну и, в общем-то, ну, не в каких-то там высоких материях, а вот просто в своей жизни такой вот материальный. Это, в общем-то, было как бы как такой тормоз и как, в общем-то, мешало. Ну вот. Интересно. Ты знаешь об этом что-нибудь? Сможешь добавить? Нет, честно говоря, у меня, да, такое деление довольно интересно. Скорее всего, наверное, нужно проверить в Джотиша. Она более комплексна, конечно. Хотя такая простота деления на вот материнский аспект как природный и все связанное с ним, и отцовский как духовный. Это, собственно, уже существует в Индии, да, конечно, Пуруша и Пракрити, и их влияние. Не, ну так работают родовые программы, об этом в психологии очень давно известно. Mm-hmm. И вот я там работаю с семьями и с детками маленькими. И когда ребенок вырастает, взрослый человек, если не отработаны какие-то программы, то это видно по материальному достатку, по отношениям, по умению создать там гармонию в семье или не создать и быть одному. Это очень работает сильно. Это вот перекрестная такая идет энергия от сына к матери, от матери к следующим поколениям. То есть материально это как мать отвечает в отношения в социуме, а отец это духовный стержень семьи. Это целая система такая есть. Работает. Да, глядя даже на свою жизнь, я где-то понимаю, что она имеет смысл, да. И, наверное, каждый из нас, глядя на свою жизнь, может что-то такое заметить. Да, мы не сами по себе. Это все рабочий момент. Угу. А, интересно. Да, спасибо. Спасибо за эти комментарии. Хорошо, друзья. Ну ладно, тогда я закрываю мантру на сегодня. Сарве бхаванту сукхинаха. Сарве санто нирамаяха, сарве бхадрани пашьянту, ма кашчит духха бхаг бхавет. Ом шанти, шанти, шанти.